19 апреля на базе Крымского федерального университета имени Вернадского состоялась третья Всероссийская научно-практическая конференция «Современные тенденции развития права в условиях глобализации. Сравнительно-правовой аспект». Проблема настолько актуальная, что она действительно отразилась вот на нашем количестве участников. У нас представлены доклады, тезисы более чем из 30 вузов Российской Федерации и Республики Беларусь. В рамках работы конференции обсуждались особенности динамики права в условиях глобализации и влияние глобализационных процессов на развитие права в России. Это очень важно. Это дает молодежи шанс общения и обмена опыта с ведущими учеными в области юриспруденции, посмотреть, как влияют процессы глобализации на общество, на институты существования государства и прочие важные моменты для ученых-юристов и просто юристов-практиков. Основная цель научной конференции – выявление тенденций развития права в условиях глобализационных изменений современного мира. В мероприятии приняли участие студенты и преподаватели юридического факультета, а также ученые ведущих вузов Республики Беларусь и России. Возможность пообщаться, понять, какие нас общие проблемы волнуют, это всегда прекрасно. Поэтому мы с удовольствием к вам приехали. Надеемся, что ваши коллеги, ваши студенты, преподаватели будут приезжать в том числе и в Москву, и на Урал, в Екатеринбург. Мы с удовольствием будем их встречать, делиться нашими знаниями и развивать наше взаимное сотрудничество, обогащая друг друга. По итогам конференции планируется электронное издание сборника тезисов, материалы которого будут размещены в научной электронной библиотеке. Алена Арцебашева, Дмитрий Макеев, пресс-служба Крымского федерального университета.